Лето – самый прибыльный сезон для дачных воришек. И уж тут сотрудникам полиции не до отдыха, работы хоть отбавляй. На днях оперативники задержали жителя Рязанского района, подозреваемого в серии дачных краж. Проникал либо через открытую дверь, либо через открытое окно, либо открывал окно, взламывал. Ранее судимый преступник признался в 30 совершенных им кражах. Добытые ценности мужчина большей частью продавал, а что-то оставлял для личного пользования. А что брал? Деньги, телефоны, ноутбуки, электроинструменты. В отношении дачного вора возбуждено уголовное дело.